Специалисты паркового хозяйства закончили проектную работу по расположению клумб на городской территории и уже представили администрации Абакана обновленный перечень эскизов. Основная деталь этого сезона, поясняют специалисты, — моноцветность. Для этого увеличили объем посадочного материала — 150 тысяч саженцев. Многие будут радовать горожан своей палитрой до самой поздней осени. В город мы высажем около 150 тысяч цветочной рассады, соответственно. Ну, также будут присутствовать напольные вазоны и на опорах освещения кашпо. У нас обычно идет стандартный список, те, которые проверены в нашем климате, долго цветут до самой поздней осени. Это бархатцы, петуни различные, сорта, виды, цвета. Соответственно, цинерария будет у нас, львиный зев. Ну, в основном такие стандартные. Из года в год мы пробуем. И гвоздику еще мы добавили, немного увеличили ассортимент. Работая над единым рисунком для республиканской столицы, специалисты паркового хозяйства среди 46 дизайн-проектов уделили внимание и газонам. Их в этом году будет больше, в некоторых парковых зонах из-за теневой части, где цветам попросту не хватает света. Еще одна причина – неаккуратные водители, которые наезжают на клумбы. Где-то местами по деревьям теневая, ну, где более тень, где сложно нашим цветам расти, соответственно. Либо есть места, где, допустим, парковки, люди наезжают бамперами, мы приняли решение это убрать, потому что, ну, как бы это, во-первых, труд, красота, очень жалко. Соответственно, оставили все центральные, я думаю, люди сильно не почувствуют этого, поэтому все, город наш также будет цветущий и красивый. Первые работы по высадке цветов в Абакане начнутся в 20-х числах мая, когда установится комфортная температура. Поэтому мы совсем скоро увидим, какие дизайн-решения подготовили специалисты паркового хозяйства для городского облика. Константин Онекин, Владислав Воронов, Новости.